Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша калпатару ашьяки пасинду бевача, патитанам павоне бхавишна вибью намо намах, мукан кароти бачалам пангунлам гайтгирим, ятки патамаханг банде парамананду мадвам, бриндавай тулсидевай пиявай кесвасача. Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намах Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин васам тато яйо мудирай Шанкиртане кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ят-пад-палла-ванака-чандамани чатая Виспуриджи-такима-пико-паваду-шва-дарши Пурна-нурагра-са-сагра-сар-мурти Сарадхи-камай-ката-кипам-карус Шри-кишна-чайтанна-правунитта-ананда Шиаддайта-гада-дхар-сива-садихи-гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Санкиртанай капитаро камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушита вам бхагам Нараяно прияманаṅга мада пухарам Варанаси пурапати бхажави шванатам Ваги саджуша вадане Лакшмир яша чавакшаши Ясясте хиде самбид Твам нишинга махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Харе Харе. Крипа Синдху Сусангпурно Сарва Шактопукарака
Nisprīho sarvatoh siddhyo sarvabhidhā viśāradaha sarvasaṃsayo saṃsceta analasa guru rāhita. Kipāsindhu shushaṃpūrno sarvasatto pukārakaha Nisprīho sarvatoh siddhyo sarvabhidhā viśāradaha sarvasaṃsayo saṃsceta analasa guru rāhita. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada Jagadguru told, at present, nowadays, a pure sadhu, Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada сказал, что сейчас подлинный сатва не может получить должного уважения от текущей публики. Поскольку люди не понимают, кто такой настоящий саду, они не могут выразить ему должного почтения. И это происходит из-за влияния майя. Все пытаются избежать чистых, подлинных саду. Подобно случаю с Вайшнаваном Ятхашамбху, как Шанкар Бхагаван. About Shankar Bhagavan, it is written in Srimad Bhagavatam. О Шанкаре, Шримад Бхагаватам говорятся такие слова. Деванам ачюто ятха, вайшнаванам ятха самбху, пуранам ту идам бхагаватам. In Srimad Bhagavatam, the highest honor given to Shankar Bhagavan as a Vaishnava. Вот Шримад Бхагаватам Шанкар Бхагаван выражается наивысшее почтение. Но смотрите, Праджапати Дакша, он повелитель этого мира, ну, как сказать, такой, один из начальников, он думает о себе как очень важном человеке, и он оскорбил Шанкар Бхагавана, поносил его последними словами, но Шанкар Бхагаван, он не чувствовал себя оскорбленным. И в этом великолепие чистого, чистых преданных. Если мы пригласим чистых преданных, если мы оскорбим их, будем заниматься какими-то оскорблениями в их адрес, чистые преданные они не замечают этого, поскольку они говорят харикатху ради полного удовлетворения Гуру Вайшнавов и Верховного Господа, не для какой-то иной цели. И вот можно вспомнить случай, что Дакша Праджапати, он оскорбил Шанкар Бхагавана. И вот это Дакша, он организовал какой-то праздник. Брихатпати Сабху. Вот. И название это Яги было Брихатпати Сабха. И вот он пригласил всех представителей всех 14 миров, кроме Шанкар Бхагавана. Он думал, что он какой-то бесполезный. Бесполезный такой человек. Но Шанкар был чисто вайшнавом. И без Шанкар Бхагавана они хотели организовать этот праздник. И вы знаете, что в итоге случилось с этим, со всем этим. В итоге они попали во множество опасностей без чистых гуру и вайшнавов, без чистой харикатхи. Любые праздники, они бесполезны. Нужно знать, какова цель. Если мы избегаем чистых гуру вайшнавов, то этот такой праздник становится материальным. Гуру вайшнавы, они никогда не будут довольны такими материалистическими мероприятиями, Шрила Прабхупад сказал.
Хотя материальные люди хотят оскорблять гуру вайшнавов, избегать их всячески. Но будьте осторожны. Каждый участник нашего гаудия, вайшнавского общества, мы должны быть готовы исполнять такое. То есть мы должны делать бескорыстно все, не ожидать что-то взамен, а кто-то делает какое-то служение за зарплату, но это неправильно. Если мы хотим спасти кого-то, как, например, можно видеть, что психологи, которые хотят помочь людям, люди, будучи в таком невменяемом состоянии, могут как-то оскорбить доктора. Но доктор понимает, что такие люди сумасшедшие, поэтому не обижаются на их выходки. И Шрила Прабхупад предупреждает нас, что мы должны быть осторожны. Каждый участник Гаудия Матха, он должен быть готов потратить галлоны крови для освобождения этих обычных людей, этого общества, которые часто бывают сумасшедшими. И мы должны быть готовы, что ради освобождения обычных людей этого общества, может, они не могут вам как-то отплатить должным образом, но мы должны быть очень осторожны. Мы, участники Гаудия Матха, должны быть предельно осторожны всегда. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что собирать много денег – это не наша цель. Мы пришли на путь баджана, приняли саньясу. We are coming for bhajan. Maharaj, when I came in bhajan, when I wanted to leave my previous home, пришли на путь баджан, оставили наш предыдущий дом. When I wanted to leave my previous home, what was my idea? Какова была наша цель? What was my idea? С какой целью мы пришли на путь баджана, когда мы оставили наш дом, оставили отца, мать и прочих родственников, присоединились, отправились на путь Кришна Баджана. Какова была наша цель? Мы должны честно вспомнить, зачем мы пришли на путь Кришна Баджана. Мы пришли, чтобы совершать Кришна Баджану сейчас. Какова ваша цель? Некоторые люди не отклоняются от этого пути и занимаются собиранием денег, славы и прочих почестей от простых людей. И поэтому они часто мешают другим следовать по пути Харибаджина. You are very fearful because I can speak about Prabhupada. I can speak about the absolute truth. So I cannot expect that you can arrange a big Hari Sabha and invite me. I cannot expect. How you can? Because people can give respect to me. И поэтому такие люди, они часто мешают другим совершать баджан. И из-за зависти тоже не позволяют таким подлинным саду говорить харикатху или как-то проповедовать.
если мы искренне говорим Харикатху, не ожидая ничего взамен, то мы не должны обижаться или как-то оскорбляться, если кто-то не выражает нам какого-то почтения и игнорирует всяческие мешания. Your 50 years completion, Honorable Acharya, you can remember. You don't allow me to speak Harikatha. Вот Махарадж однажды опубликовал 4 книги под именем одного известного Ачарьи, но вот этот Ачарья не позволил ему даже говорить Харикатху на празднике его 50-летия. Если кто-то думает, что ты надо пить, значит, показывать лицемерие, то я не отношусь к этому. Нет, некоторые люди думают, что Тринадапи просто внешне вести себя смиренно, всем подряд выражать почтение и недостойным людям также. Но это не подлинное Тринадапи. Подлинное Тринадапи – это следовать и защищать интересы Гуру Вайшнава, нашего Гуру Вайшнавского общества. Принимать любые меры для защиты интереса нашего общества. Если кто-то думает, что такие люди не вайшнавы, которые защищают интересы вайшнавов, то я не хочу с ними иметь ничего общего. Шрила Прабхупад, он говорил такую Сиддханту, что тот, у кого нет никакого интереса к Лакхе, Пудзи, Пратиште. Вчера я редактировал книгу, и кто-то здесь неправильно написал неправильный комментарий, и вот какое-то такое большое общество комментирует вот эту шлоку с поэмой Шрилы Прабхупады, и вот они переводят. Эти люди полностью неправильно, они пишут, что тот, кто оставит Лаху, Пуджу, Пратишту, Канаку, Камине, они тот человек Вайшнава, то есть тот, кто оставляет стремление к славе, почте, уважении. И я заметил это сразу, не знаю, кто написал это, может, какой-то известный Ачарья. Но в поэме Шрилы Прабхупады такого не было. Их сиддханта полностью неправильно. В этой шлоке говорилось, что тот, не тот, кто оставляет Лабху, Пуджу и Пратишту. Это неправильно. Там по-другому было написано. Там было написано, что если Канака Камини, Пратишта и Вагини, они оставят нас, то тогда мы станем вайшнавами. Не мы их оставим, они нас. Kindly leave me, then I can become a Vaishnava. This is right Siddhanta. In honor of that exalted devotee, in honor of that exalted devotee, who is no less than my Guru Varga. In honor of that exalted devotee, тому возвышенному преданному, который не меньше, чем моя Гуварга. И это мой Шикшагова Шишила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Его жизнь, она была полностью посвящена служению Шрили Прабхупаде. И даже во сне мы не можем представить,
какой самоотверженности он служил. Я не говорю о какой-то ложной философии. На собрании Хари Кришны, на большом собрании, some big amount of so-called prasadam is not the success of your success of your function. Мы собрали много людей и приготовили много еды, это не. Не есть настоящий успех на пути Хари Бхаджана. In honor of that exalted devotee, in honor of that exalted devotee, who is no less than my Guru Varga, who took Harinam Diksha from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, who never claimed that I am the disciple of Prabhupada, Шрила Бхактисиддханта Вамнага Сама Краши никогда не заявлял всем, что он ученик самого Шрилы Прабхупады, он был очень смирен. Какие-то его ученики, они спросили о Гурудев, можем ли мы говорить о себе, как о том, что Шрила Прабхупада наш Парамгурудев. Someday some of his disciple asking to Gurudev, can we identify, we can speak that, Prabhupada is our Param Gurudev? Bhamagusam, why? И вот вам Гасама Краши спросил, зачем вам это надо? Зачем вам Бхакти? Говорить всем, что вы ученики Шрилы, праученики Шрилы Прабхупады, хотя мы Гурудев Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж. Бхаманда Госвами Махарадж сразу понял, что такие люди хотят как-то поставить себя выше других, что заявляют, что они по ученической преемственности ближе к Шриле Прабхупаде, поэтому хотят рассказывать всем, что они праученики Шрилы Прабхупады. Начал Кешава Госвами Махарадж сказал, нет, мой Гурудев Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж. Я был удивлен. Какие-то ученики Шрилы Прабхупады, которые только получили Харинам от Шрилы Прабхупады, даже не дикшу, они некоторые люди рассказывали, что они там ученики самого Шрилы Прабхупады. Хотя, смотрите, такой великий преданный, как Шрила Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж, никогда не заявлял о себе, как ученик Шрилы Прабхупады, хотя получил у него посвящение еще в детском возрасте. Он никогда не стремился к пратиште и никогда не объявлял всем, что он ученик самого Шрилы Прабхупады. Даже Шрила Кешава Госвами Махарадж Винод Бихари, Винод Прабху. Even one day, однажды, Бхакти Праген Кешава Госвами Махарадж, он как-то сказал, о мой брат Боге, вам Госвами Махарадж, он специально сказал, чтобы проверить его. Однажды, Шрила Кешава Госвами Махарадж, чтобы проверить его в каком-то отдельном месте, сказал, о, мой брат Боги. И Вамана Госвами Махарадж начал плакать, как сумасшедший. Он сказал, не говорите так. Вы мой Гурудев. Я получил Харинам, и что? Шрила Прабхупада дал мне Харинам. Вы мой Гурудев, и поэтому не нужно называть меня вашим братом в Боге. И с тех пор Шрила Кешава Госвами Махарадж понял, что
Вама Махарадж, он необычная душа, что он вечный спутник Гуранги. Ваман Госвами Махарадж говорил, что все наставления и писания, и Ваман Госвами Махарадж провозгласил, что все наставления Писания, они для меня, не для вас. Но что мы делаем? Но обычные ачарьи, они наоборот говорят, что все наставление, все, что описано в шастрах, оно для вас, а не для нас. Некоторые ачарьи занимаются откровенным криминалом и вот говорят таким образом, и общество не может их как-то поставить на место. Вот, то есть, поэтому ситуация в мире такая очень опасная. И то общество, где чистые Гуру Вайшнавы, они не уважаются, не почитаются должным образом, то это общество, но это признак того, что это общество стремится к разрушению. Сегодня или завтра можно будет увидеть эти результаты. Это общество, где чистые Гуру Вайшнавы, они оскорбляются и обманываются. В смысле, их оскорбляют и обманывают, то это общество, оно стремится к разрушению. И под именем силы Прабхупады я заявляю это со всей ответственностью. И Ваман Госвами Махарадж говорил, что все наставления шастр, они для меня, не для вас. А мы, падшая душа, и думаем, что наоборот, мы должны следовать всем правилам и предписаниям. И это Иногда можно видеть, что люди под именем Харибаджана ведут себя как в цирке, как какие-то клоуны в цирке занимаются, чем попало. И люди смеются над этим. Некоторые... Nobody going to give punishment. I have not seen. But in Shastra, то есть некоторые люди занимают положение ачарьи и просто обманывают людей. Но в шастрах говорится, если кто-то возвышен достаточно, и если такой человек совершает оскорбление, его нужно наказать как следует. In Shastra it is written, if a very elevated personality, и вот в шастрах говорится, если кто-то возвышенные преданные не могут совершить никакой ошибки. В смысле, где тот действительно возвышен, а те, кто просто занимает какое-то положение в обществе, они обычные, обусловленные души, они могут совершать ошибки. They cannot get any punishment because society cannot give punishment to them because they have money for.
Но из-за того, что они захватили власть или еще какое-то положение, то никто не... Сейчас часто мало кто осмеливается им указать на их место. Но часто говорится, что таких людей тоже надо наказывать. А часто происходит, что люди... Ну, наказываются какие-то посторонние такие, ну, люди, не имеющие никакого, ну, в общем, те, кто не занимает никакого положения в обществе. То есть можно видеть какие-то люди, будучи какими-то депутатами или еще кем-то занимаются откровенным криминалом, но не получают никакого наказания, или как саньяси тоже могут заниматься всякой ерундой. И не получают наказания, но будьте осторожны, Баладев. Баладеви Махарадж is there with Nityananda Balaram. Nityananda Balaram. Они с нами. Я отдаю все. Я полностью доверяю им. И вот Баладев, он сказал такие слова Дурьотхане. Когда Дурьотхан, он комментировал, ну, да, какие-то пошлые комментарии давал в адрес Кришны, Дурьотхан, который сам полон ложного эго, вот, прочих дурных качеств, он поносил Кришну всячески. И Баладев, он сказал: хорошо, посмотрим. Баладев, он может наказать любого, неважно, что если человек даже прославился как такой знаменитый проповедник, но Баладев, он как раньше ставил людей на место и вершил правосудие, так и в дальнейшем этим будет заниматься. И вот Баладев сказал, что животное, которое, ну, люди, подобные животным, которые не следуют правилам и предписаниям, и если такого животного с помощью палки наказать, то это животное, оно поймет и лучше. И вот майя, она таким образом, она наказывает таких недостойных людей. Abyss cannot understand my sweet word. Некоторые животные не понимают наших сладких слов и просьб, а могут только понять что-то с помощью палки. Then the beast can understand the language of Danda. То есть некоторые животные только понимают язык палки, а по-другому с ними бесполезно общаться. И общество, к сожалению, иногда тоже приходит к такой стадии. Шрила Вамана Госвами Махарадж был возвышенный преданный. Я могу сравнить его с нашей Гуру Вагой, не с обычной Гуру Вагой, а с теми, кто спутники Шрилы Прабхупады. He is going to give me some money, bribe. Он не давал мне никаких взяток. Вамана Госвами Махарадж не подкупал меня. Думаете ли вы, что я получил какую-то взятку от него? Remuneration. Do you think I am receiving some bribe or remuneration from Vamana Goswami Maharaj? And so I am speaking Harikatha. Поэтому я поставляю его. Нет, я беспристрастен. Под именем проповеди, под именем Харикатхи, множество всякой ерунды происходит.
Вишавашнава Раджа Сабхана уже давно перестала выполнять свои функции. Превратилась в какую-то имитацию. То есть одно название осталось. И где же эта Вишавашнава Раджа Сабхана, которая может беспристрастно судить? Шрила Прабхупада, он был последний председатель Вишавашнава Раджа Сабхи, а сейчас от него одно название осталось. И вот его Сиддханта, Шрила Бамангаса Махарадж, я могу показать множество его писем. Шрила Бамангаса Махараджа, если вы найдете какой-то недостаток в его учении, то я готов оставить мою правам совершу. Если вы найдете хотя бы единую ошибку в учении Шрила Бхактивиданты Вамана Махараджа, написал множество статей и книг, и все они совершенны. И почему я люблю уважаю Шрила Вамана Гусей Махараджа, вы должны понять. Никогда в своей жизни я не видел, чтобы он совершал какие-то ошибки. Он был слугой Гурудева. Почему он не совершал никаких ошибок? Потому что он вечный спутник Гуранги. Он вечный спутник своего Гурудева Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджи, и поэтому он безупречен. Шрила Рамана Госвами Махараджи. Я могу показать множество его статей, где он пишет, что под именем Рагунатха Бхаджана, под именем Рупануга Бхаджана, те, кто отклоняется от пути Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, они никогда не достигнут успеха. Шрила Рамана Госвами Махараджи из-за смирения говорил: мой Рагунатха Бхаджан, слушайте с полным вниманием. И вот Шрила Рамана Госвами Махараджи говорил, что мой Рупануга Бхаджан, мой Рагунатха Бхаджан, я понимаю это как полное следование моему Гурудеву Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа и Прабхупаде Бхакти Сиддханте Сарасвати. Это мой Рагунатха Бхаджан. Я не знаю, кто Рупа Госвами Махараджа. Я никогда не видел его. И он настолько возвышен Рупа Санатана. И я никогда не видел его. Но мой Рупануга Бхаджан, мой Рагунатха Бхаджан, это полное следование наставления моего Гурудева Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. Это следование Шрилы Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Такура. Это следование Бхактивинода Такура. Я знаю, это настоящее подвиг Рупануга Бхаджан. С полной уверенностью я могу заявить, что если я следую моей Гурварге, я достигну успеха в своем Рупануга Рагунатха Бхаджане, его жизни. Это примеры полного посвящения себя. Можете ли вы показать кого-то? Я могу бросить вам вызов, что найти кого-то, кто был подобен бы Шриле Бхактивиданте Рамана Госвами Махараджа, это большая редкость. Можно видеть, какие-то чари становятся популярными, но популярность — это не признак подлинности Шрилы Бхактивиданте Рамана Госвами Махараджа, хотя он не ездил на западные страны, но он, смотря на это, известен во многих странах, и его статьи, книги на английском, написаны очень высоким английским языком. Его жизнь, она пример полного самопредания. Он был полностью, находился в полной гармонии с Гурваргой.
путем Шаутапанти. И вот Бхаман Госвами Махарадж говорил, что Шаутапанта – это самый безопаснейший путь. Он говорил о себе, как о Гурдасе, о слуге Гуру. Он никогда не говорил Радхи Радхи и прочие такие вещи. Он не был сахаджием. Он не мог поставить изображение Радхарани за спиной и сидеть не спиной и говорить о каком-то Радхабаджане. Он никогда не был имитатором. This way you cannot prove that you are Rupanuga devotee. Your deviation from the track of Gurudev and Guru Bhargava can prove that you are Sahaja, you are fallen. Whereas you are going to put challenge against Sahaja. Если человек отклоняется от пути Гурварги, то это значит, что он отклонился. А некоторые отклоняются и говорят на тех, кто не отклоняется, что они отклонились, как бы некоторые воры. После кражи тоже делают вид, что они активно ищут вора. Бхаман Госвами Махарадж однажды пытались отравить. У меня письмо было его. Он плакал и говорил, что я не совершал ошибок в своей жизни, не приносил никому проблем, не боролся ни с кем, почему они хотели отравить меня. Не хочу называть человека, который сделал вам Госвами Махарадж. Не спрашивал, что плохого сделал, что они хотели убить меня. Случайно он обнаружил, что яд где-то был. Вам Госвами Махарадж хотел оставить пост ачарьи. Bhaman Goswami Maharaj openly declared that I never want to become Acharya. Bhaman Goswami said, I never wanted to become Acharya. I am not selected by my godbrothers or the society. Bhaman Goswami Maharaj не был forcefully выбран. My Guru Maharaj forcefully он был назначен. Give me this responsibility. Гурдевом. I am not Acharya. I am all your servant. Но он воспринимал свое положение цари как служение другим, не говорил о себе как о гуру, как о ачарье. Как Шрила Бхакти Валабхатир Госвами Махарадж, он тоже никогда не хотел быть ачарьем, но Шрила Мадхава Госвами Махарадж назначил его ачарьем. Madhava Goswami Maharaj. Bhaman Goswami speaking, my Gurudev forcefully. Bhaman Goswami Maharaj говорил, что мой Гурудев насильно буквально заставил меня принять положение ачарьи. Он сказал, что это его приказ. И Бхаман Госвами Махарадж просто принял это. Он никогда не хотел быть гуру. И вот он написал, но после того, как его пытались отравить, он написал такое письмо отречения от поста ачарьи. И после этого все преданные, они пришли и начали просить его, чтобы он не отказывался. You take back your resignation letter. Please you take back your resignation letter. Don't do that. Finally, Bhaman Goswami Maharaj again. Bhaman Goswami Maharaj из-за просьб всех преданных, он отказался от
этого намерения и продолжим занимать пост Ачарьи. У меня есть много записей. И что я хочу сказать, пытаюсь понять, только письма Шрила Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, они могут помочь вам пересечь этот материальный мир, достичь духовного мира, а читая прочие вещи, нет гарантии, что мы сможем спастись. Подобного Ачарьи, такого Ачарьи, подобного Бхактивиданте Вамана Госвами Махараджа, я никогда не видел. Даже очень бедные преданные, которые не могли даже пообедать один раз в день Вамана Госвами Махараджа, что он посещал их дома, хотя они жили в каких-то глинобитных простых хижинах. Я в одной статье написал статью в честь его дня явления, не знаю, опубликуют ее или нет, но хорошо написал, отправил в этот журнал, который в Девананда Гаудиамадхе издается. И вот Махарадж там написал. Вамана Госвами Махараджа посещал всех своих преданных, даже таких бедных, которые не могли два раза в день поесть. Вот Вамана Госвами Махараджа однажды остановился в хижине такого бедного человека и сидел ночью под зонтиком, поскольку дождь пошел и крыша протекала, но все же. Вамана Госвами Махараджа чувствовал себя счастливым, поскольку вся его жизнь она была посвящена Гуру Варге и Гуранге Махапрабху. My preaching, my writing, all, everything for love, puja, pratishtha. But Vamana Goswami Maharaj never reaction. Что некоторые люди не проповедуют только для того, чтобы прославиться. Шрила Мадхава Госвами Махарадж проповедовал даже в джунглях, где жили такие. Но такие люди, которые в джунглях живут, и Шрила вас сами в той области. Никогда не думали, что сейчас самый бедный регион, и никаких пранами там не будет, или вообще ничего не будет. То есть некоторые люди только проповедуют там, где могут какие-то деньги получить, и не видят смысла проповедовать в других регионах. They cannot go to preaching in Assam place, remote place, tribal area. They cannot go. Because who can take travel? We like to ensure our majestic arrangement. I can sit like hero. Everybody cannot sit. Но Махарадж говорит, что многие проповедники ездят только туда, где есть какие-то удобства для проповеди. Какие-то деревни, джунгли. Отдаленные районы даже не думают ездить. Я никогда не ожидаю никаких пушпанджали, гирлянд от вас и прочего. Лучшее подношение мне – это слушание харикатхи и применение принципов Шрилы Прабхупады и прочих чистых преданных в вашей жизни. Многие люди считали Шрилу Бхактивиданту Вамана Госвами Махараджа очень смиренным, но Ваман Госвами Махарадж, он не соглашался со всем, а протестовал. Он Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж написал статью о том, что защищать значение ложи,
защищать престиж нашей сампрадаи, это есть служение Гурваке. Некоторые люди не могут даже возразить ни на что. Шрила Бхактивиданта Вамгаса Махарадж, он какой-то бестолковый ученый из Калькуттского университета, какую-то докторскую диссертацию написал о Гуранге. Если бы этого ученого встретил, я бы отлупил тапком по морде из-за того, что он пишет такую ересь о Гуранге Махапрабху. All rubbish is right. Bhaman Goswami giving all. Bhaman Goswami writing answer. Не, Bhaman Goswami Махарадж написал такую статью, которая почти как книга была по размеру. You can keep into your pocket. Он написал такую книгу, отправил в этот Калькуттский университет, чтобы они более внимательно, так скажем, смотрели на ту, что они там преподают. Вот посмотрим, вот все слишком так плохо. Те люди, которые совершают оскорбление, то они не могут быть совсем Гурудевом. И Шрила Вамгасвами Махарадж написал такой прекрасный ответ на этого, на эту писанину того ученого. Дети не нашли никаких слов, чтобы ответить на это письмо. Шрила Бхактивиданта Вамгасвами Махараджа. И кроме Вамгасвами Махараджа никто не занимался этим. Все как бы считают себя вайшнавами и не лезут ни в какие подобные дела. Но это не вайшнавизм. Шрила Бхактивиданта Вамгасвами Махарадж всю жизнь протестовал против отклонения от сиддханты, от неправильной сиддханты, даже если это были его братья-боги, которые занимались всякой ерундой. Вамгасвами Махарадж всегда протестовал. И это обязанность ачарьи. Единственная обязанность ачарьи – защищать нашу сампрадаю и учение. И не учение, если… Иногда Махарадж обвиняли в том, что он ничего не делает позитивного, только мешает. Мешает другим, если какой-то саньяси, от какого-то саньяси рождаются дети, от каких-то женщин, то люди думают, что это позитивно, это такая созидательная деятельность. А если кто-то возмущается, что саньяси ведет себя недостойно, то… Многие думают, что это такая деструктивная деятельность. И его жизнь, она была полностью посвящена Гурварге. Он в возрасте 9 лет пришел в Груди Матх в таком малом возрасте. Его мать, она получила посвящение от Шрилы Прабхупады, и дед тоже получил посвящение от Шрилы Прабхупады. И тетя его тоже получила посвящение от Шрилы Прабхупады. Все его признаки. Все, как он говорил, вел себя, то, что он делал, все это признаки того, что он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И вот он пришел, приехал в Гауди Матху вместе с своими родственниками.
Там отец, мать была, тетя и дед, дед были. Я не так, Махарадж больше говорит о онтологическом аспекте, а некоторые только морфологическом, ну, о том, таких материальных этих вещах. Кто-то говорит на дни явления ухода вайшнав, только так, где они родились, там женились и померли. Но я говорю о сиданте, о учении этих вайшнавов. Поскольку если я не смогу показать вам Вани Сварупу тех или иных вайшнавов, то вы не сможете обрести милость от них. И поэтому, моя харикатха, я всегда хочу показать Вани Сварупу, что такое Вани Сварупа того или иного вайшнава, чтобы мы смогли обрести милость. И поскольку не понимая Вани Сварупу, вайшнавов, если мы просто будем говорить, что где когда случилось, то милости мы много не получим. Но если мы будем думать, вспоминать, обсуждать об учении этих вайшнавов, то получим в разы больше блага. И вот он пришел в Навадвипу, чтобы совершать парикраму Навадвипу. И после того, как Навадвипу парикрама закончилась, этот ребенок, Вамана Госвами Махарадж будущий, он решил, что домой я не уеду. В таком 9-летнем возрасте уже у него была такая решимость. Родственники просили его уехать, но он наотрез отказался. То есть сейчас мало кто может присоединиться к Гауди Матху. Ну или вообще прийти как-то на путь духовности, посвятить себя полностью, особенно мало кто может, но смотрите, Шрила Бхактиданта Вамана Госвами Махарадж уже в 9-летнем возрасте принял решение остаться в Гауди Матхе, и там и остался на всю оставшуюся жизнь. На Хари Прабху он был матерью Гауди Матха. В общем, его все уговаривали домой вернуться, но тот никак не соглашался. И вот потом, в общем, там рядом, совсем рядом, буквально метро 100, была школа Бхактинатха институт, назывался. И Винода, он сказал его матери, Бхагавати Деви, ее звали, и сказал, что вы плачете, мы отправим его в местную школу, будет там учиться, не беспокойтесь, оплатим все расходы. А как закончить школу, то домой вернется. Но Ваман Махарадж так и не вернулся домой. И вот когда он... When coming back to Math, busy with Seva. И вот Ваман Махарадж ходил в школу, все запоминал, никаких домашних домашних заданий не делал, занимался служением матхи, резал овощи. With different devotees and Narahari Prabhu. Follow. He used to clean old temple. Он подметал, мыл весь храм, комнаты вайшнавов, стирал одежду вайшнавов. He was to,
Но в то время он только Харинам получил, не дикшу, не готовил, пошел просто согласно правилам. Гауди Матха, те, кто дикшу не получил, не имеют права готовить для Бхагавана. Или для других, которые уже получили дикшу. Но несмотря на то, что у него дикши не было, он уже был чистым преданным. Into the lotus feet to take prasada. Whereas I avoid everybody, I cannot take. Because I know their purity they cannot maintain. Bhaman Goswami Maharaj's purity always there inside heart. So, as per the rules and regulations, вот согласно правилам и предписаниям, он все делал, его звали Сантош. Сантош means Sanskrit word, Santosh на санскрите значит самодостаточный. His name was Santosh. Previous name. Santosh mean, you know the meaning of Santosh? Meaning of Santosh, satisfaction. Santosh means satisfaction. Really, really, his name was very good. Действительно, его имя такое было очень хорошее. Те, кто very happy. Видели, Ваманга Госвами Махараджа, они были очень счастливы. И Ваманга Госвами Махараджа говорил, кто нет, все. Все ученики Шрилы Прабхупады, они принимали служение от Бхактивиданты Ваманга Госвами Махараджа. Doing service, cleaning room. Pancha Patra is black, because I am black. That's why my Pancha Patra is black. But the Pancha Patra is clean. Например, пример, что люди, которые в своих панчапатрах не заботятся, это признак того, что они сами нечисты. Вот Вамана Госвами Махарадж, он чистил панчапатру преданным также. И вот он круглосуточно служил преданным Чайтанья Матха и самому Чайтанья Матху полностью, без остатка. Чайтанья Матха, значит, это... Not sitting with book, but doing seva. Он не сидел за книгами, а совершал служение. И благодаря служению он стал спутником Гуранги. In school, he used to come fast in examination. И в школе он. He learning in school. Первые места занимал в этом своем образовании. But coming fast. Хотя сон. One time hearing Harikatha. One time hearing Harikatha, ну, много времени не уделял. Even computer memory cannot give me assurance. Обучение в школе, но был лучшим студентом. Sometimes can fail. Bhaman Goswami Maharaj was known as. Bhaman Goswami Maharaj был известен. Bhaman Goswami Maharaj. Bhaman Goswami Maharaj was known as living dictionary, living Gaudiya dictionary. Как энциклопедия Гауди Матха, он знал, где, какие шлоки, откуда. Bhaman Goswami Maharaj is a living encyclopedia. Bhaman Goswami Maharaj was a living encyclopedia, living of Gaudiya Matha. He can remember anything. Помнил многие вещи. Могу сказать что-то, чтобы вы поняли величие этого великого Вишнава. Харикатху, я заверяю вас, что вы обретете, слушая эту Харикатху, вы обретете милость Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. Я обещаю вам, что вы все получите его милость, если вы искренне, а если вы не искренне, то не могу никаких гарантий вам дать. Finally, и в итоге Ваманга Госвами Махарадж сказал, я был очень удачлив. Я мог служить всем возвышенным преданным. Он получил Харинам от Шрилы Прабхупады.
иногда он служил Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад, он повторял Харинам в огороде Хэн. И Шрила Махарадж, он рвал горох. Это такой русский горох. Очищал его от кожуры и давал эти горошины Шриле Прабхупаде. Так, если бы он не был признак при... не был бы вечным спутником Шрилы Прабхупады, как бы Шрила Прабхупада принимал от него еду. В нашем Гаудимате множество преданных, которые подобны бриллиантам, и по их милости я смогу рассказать о их славе. Можно иногда наблюдать, что люди ради какой-то мелочной славы готовы продать весь Гаудимат, кому попало. Но такие люди не думают, что случится после смерти с ними. Такие люди просто предатели. И какое наказание они получат после того, как их жизнь закончится, они не могут даже представить. Raja Ram Mohan Rai, Baidi Bai, I like to speak. King Raja Ram Mohan Rai, he was a social, social reformer. Very important for as per. He used to criticize all. И вот он критиковал всех Гаудия Вайшнава. Читанию Махапрабху. He used to criticize Bhagavatam. Он критиковал Бхагаватам. И в итоге что случилось? Его отец и мать выгнали его из дома, и вот он отправился в Англию по какой-то причине, и там умер. И потом его тело привезли в Индию. И такое наказание он получил. He's going to die in England. He's going to die in England. His body is not coming. Совсем плохим явлением. Титха Махарадж, when everybody was saying that Guru Maharaj can go to foreign countries, no, how I can go? Отправиться на запад, он говорил, что слишком много майи, там сложно все. А если умру там, что случится? И With tears running down his cheeks. I cannot go. If I die there, what will happen? I cannot go. You will have to go. И вот, одна здесь Шрила Бхакти Валабхатхирта Госвами Махарадж. Because all jivatma, all foreign people, they can deserve. Его множество преданных просили поехать на запад для проповеди. All foreign devotees, they can deserve more and more love. Тот не знал, что же ответить и ехать. Не хотел и пошел к Шриле Прабхупаде Махараджу, чтобы тот наверняка ему запретил. Но Шрила Прабхупада Махарадж сказал, что вы должны ехать. И когда он спросил, а что случится, если я умру там, то Шрила Прабхупада Махарадж сказал, что не беспокойтесь, вас Гурудев позаботится обо всем. So, Бхамангаси Махарадж. И вот Бхамангаси Махарадж был возвышенным преданным. Он был идеальным. Он Гауди Вайшнава. Он протестовал против любой апасиданты, даже если этим занимались его братья боги. Он все равно говорил, что ваша сиданта полностью неправильная. А сейчас на так называемых духовных собраниях, если кто-то несет откровенную ересь, то никто не возмущается этому, но когда председательствовал Шрила Бхактивиданта Бхавана Госвами Махарадж, если он какой-то люди не то что ересь, а просто какие-то ошибки допускали, то Бхавана Госвами Махарадж, он после каждого говорил, что что-то сказал неправильно и приводил доказательства из шастр. No Siddhanta is not perfect. Follow.
His love was so great. Personality's love was, you know, endless love. His endless love for Guru Vishnu. Он имел огромную любовь к Гуру и Вайшнавам, огромную любовь к нам. His endless love for me also. И для меня также. If His kripa is not there with me, how else? Если бы милости не было бы, как я смог говорить Харикатху? Maharaj, you bless me so that I can increase my tolerance power. Я когда встречался с ним, я просил, чтобы он помог мне увеличить мое восприятие, чтобы я принял больше милости, чтобы я смог с большим вниманием совершать служение. Эти ученики должны быть усидчивы, должны иметь качество, с помощью которого они могут увеличить свое смирение, терпение и прочие качества. Бхамагаса Махарадж, он смеялся надо мной и говорил, что это главное. Главное баджан, ты очень умен. И вот Бхамагаса Махарадж говорит так, когда я просил его, пожалуйста, благословите меня, чтобы я увеличил мое терпение. Бхамагаса Махарадж говорил, да, это главное в баджане. Впоследствии многие выступали против меня, но я помню Бхамагаса Махарадж, его пример, я... Меня это совершенно не беспокоило. Поэтому я не беспокоился ни на каких, ни о каких нападках и прочем. Помню, что Вамангаса Махараджа, он, я много раз говорил, он не меньше, чем наш Гурварга, он был очень могуществен. И вот он был вынужден оставить свои обязанности Ачарьи. И он имеет в виду после поставления тела. И я сейчас вернусь немного назад, чтобы рассказать некие сокровенные вещи. После того, как Чила Прабхупад ушел, множество проблем возникло. Один брамачари, не хочу называть. Просто говорю о факте. В общем, один брамачари был выбран ачарья Гаудия Мадха. Заметьте, что Шрила Прабхупада не назначил его, просто выбрали его. Но впоследствии его такие дурной характер был уже явно виден всем. И вот Шрила Кеша Госвами Махарадж сказал Мадхава Госвами Махараджа, и вот это Винода сказал Хайдхи Брамачари, это Хибинадо Саньяс, и сказал Прабху, возможно, мы... Kesava Goswami, Vinoda writing. We are going to put, oh Prabhu, Hayagri Prabhu, we are going to put our hand in wet tool, stool. We couldn't realize. After that, the Brahmachari was caught with love letter and everything. It's a very important personality. Then there went, и вот, в общем, Бхамагаса Махарадж сказал, что вот из-за того, что мы выбрали этого Брамачари Чари, то оказались в испражнениях буквально. И потом этот Брамачари начал все больше и больше отклоняться от пути Шрилы Прабхупады. Then Vinoda became very angry. И Винода стал очень... Vinoda is the right personality. He started. Then when Vinoda protested, возмущался, начал протестовать, что почему вы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, то
кто против эти оппоненты, против Нарахари Прабху, Шрилакеши Махараджа, они возбудили какое-то уголовное дело, обвинили его в убийстве кого-то там. Но мы должны знать об этом, чтобы быть осторожными, чтобы спасти себя. Я не критикую никого. И вот Бхарати Махарадж говорит, что брахмачари были, этот брахмачари был пойман с паличными, а потом, ну, в общем, он был брахмачари, но саньясу принял, там оставил саньясу. В общем, а вот в ответ на это, этого Кешава Махараджа обвинили в убийстве кого-то там. И Винода и еще какая-то группа преданных, они в тюрьме оказались. И они молились лотосным стопам Нитянанда, о Нитянанда, мы. Like many times I'm writing a letter, I beg for justice, Nityananda, because I have no money power, no manpower. They can go against me. They can go against me. They can put one case against me, unnecessary. I'm poor. They can put me. But Nityananda is there. Nityananda is there. Уповали только на милость Нитянанда. I depend upon Nityananda for full judgment. So finally, Vinod was in jail. Now he was in jail. Then all the devotees, all the devotees, then some devotee, is a disciple of Prabhupada. He was cooking every day. Prabhupada готовил каждый день. И этот Сантош, he used to carry prasad. Он носил просад каждый день в тюрьму. Кришнанагарской тюрьме они сидели. Every day, Сантош каждый день с Майпура на велосипеде ездил туда и передавал им просад. Который готовил для тех преданных, которые оказались в тюрьме. Однажды он заболел, не мог встать с постели. Тогда Сантош начал плакать, как сумасшедший. Empty hand with without prasadam, some dry prasadam. Он тут принес, ну какой-то сухой просад, какую-то сухую еду и сказал, что как я не могу служить вам всем, этот преданный, который готовил, он заболел, он не может встать, я, у меня посвящения нет, дикша смысле, я не могу готовить вам. Но иногда происходит так, что нанимают какого-то повара, который даже харинам не получил, просто качество повара. Но во времена Шрилы Прабхупады даже люди, которые даже харинам получили, они уже даже воду не имели права раздавать, не то что готовить. И вот однажды какой-то, кто-то из уважения к Бабджи Махараджи, кто-то дал ему 25 этих купонов на просад, какую-то организацию. Но Махарадж принял, чтобы почти не выразить таким образом. Ну, в то время этот купон на просад 200 рублей стоил. Давно это было. Дорого достаточно было. Это купоны в бомбейские храмы были. Вот Махарадж, в общем, взял эти купоны и потом решил посмотреть, что там происходит. Но он видит какие-то люди совершенно посторонние там просад раздают, курят в перерывах.
Внешне вроде как какое-то уважаемое общество, а внутри какие-то эти туберкулезники. Такие люди, я думаю, в своей жизни они никогда не видели подлинного просада, не понимают, что такое просад и обычная еда. Как они могут раздавать их, тем более кому-то просад значит милость. Если они сами не знают, что такое настоящий просад, то что говорить? И однажды, давно достаточно, кто-то попросил меня в знак уважения к вам, Гурудева. Она, в общем, Махараджи, где попала, не ест, суть рассказа. Ну, он видит, какой какие-то обычные люди раздают, совершенно посторонние, то не стал есть ничего. И Бамангусе Махарадж Сантоша, в то время как был он, плакал как сумасшедший, спросили, что же плачете, я не могу, нет должной чистоты, чтобы служить для вас, готовить для вас всех, я ваша душа, тут преданный болен, я не могу ничего приготовить для вас, и тогда Шрила Кеша Гусамахарадж сказал, его Винода звали в то время, он сказал, не плачь. You have your right to cook for me. Ты можешь готовить для меня. Иди сюда, я дам тебе дикшу. Ты плачешь, потому что не получил дикшу. Сейчас я дам тебе дикшу. Не беспокойся. И вот, будучи в тюрьме, Шрила Кешава Махарадж. И вот он дал мантру. Это был такой необычный фактор, подобный революции в своей жизни. В жизни Шрила Кешава Гуса Махараджа это было подобно революции. И вот Шрила Кешава Гуса Махарадж дал дикшу ему из дикши. Вамана Гуса Махарадж вспомнил все мантры. Он один раз его услышал и запомнил. И вернулся, повторил их и начал готовить. Все удивились, когда он от кого успел получить посвящение, тот сказал, что от Виноды, хотя тот был в тюрьме. И потом с чем надо говорить, Махарадж был какое-то время с Шьямананда Годиматхи, и потом Махарадж сказал, что если саньясу приняли, то посещать дом Махараджи там, ну, очень, вообще посещать дом плохо, не то, что там каждый там очень часто, совсем плохо, и вот они обиделись на Махараджа. И вот там Джаджава Гусе Махарадж, он давал браманское посвящение, священный шнур давал, и я ягью провел, и там Бхактивиданта Вамана Махарадж, он получил уже священный шнур, мантру он уже получил от Гурудева, но вот ягья там произошла. Some people they think he's a disciple of Gurudev. Somebody asking, "Your Guru is a disciple of Gurudev." Yes. И тут сказал, говорил, да. Somebody speaking, he was the disciple of Gurudev. Yes. Спрашивали, что ученик ли он Джаджара Гуса Махараджа, тот сказал, что да. А кто-то возмущался, что вы же ученик Кешава Гуса Махараджа. Ну,
то, но тот, поскольку отвечал да, и на тот вопрос, и на тот. Гуру-таттва, она неделима. И когда кто-то спрашивает, что ученик Джаджа-Госвами Махараджа или Шилакеша Госвами Махараджа, тот положительно отвечал на оба вопроса. И меня тоже спрашивали, чьи ученики, я тоже согласился, поскольку гуру-таттва, она неделима. И вот... В 1968 году Шрила Кеша Госвами Махарадж оставил этот мир. Он получил саньяса от Шрила Госвами Махараджа по указанию Шрилы Прабхупады. Он явился к нему во сне и сказал, что тот принял саньясу и начал проповедь. И вот Шрила Кеша Госвами Махарадж, он организовал какую-то комнату маленькую, небольшую, как Шрила Прабхупада начал проповедь на улице Ультаданги, в первом доме, и вот он взял какую-то комнату в аренду, ну, там, где вот Бабаджи Махарадж родился, в Калькутте, там, ну, в общем, в том районе, на Босфора линии, там, рядом с Бхагавад-Гауди миссией. Yeah, he took a room on rent and started Gaudiya Vedanta Samiti. Вот он там начал Гаудия Веданта Самити с такой решимостью, чтобы утвердить Сиддханту Вичару Шрилы Бхакти Винода Такура и Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. Он хотел сокрушить всех сахаджи, которые выступали против Шрилы Прабхупады Бхакти Винода Такура, хотя внешне они показывали всячески, что они следуют Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупаде, но по факту были категорически против. After that, там печатать книги. Кесава Госвами Махарадж was successful to get a mat in. Потом он основал матхву на Удэйпуре. It's a Чучура. Чучура сначала. Чучура Чандан-нагар. Чандан-нагар это после Бандели. Там минут 20-30 проехать, там в Чичуре мат есть, там место Шринивасачарьи, где он поклонялся Нитай Гауранге, эти божества и тот храм, там основал мат, я однажды был там. I went there, took prasadam. Говорил харикатху, принял просад в том месте. Но только раз в жизни Махарадж там был и там. Шрила Кешава Госвами Махарадж начал Веданта Самити с большим энтузиазмом. Начал публиковать Гаудия Патрику. И после этого Шрила Кешава Госвами Махарадж в Навадвипе арендовал какую-то комнату, но Саджан Сева, его было имя Сантош Бабу, он получил дикшу и его дали имя Саджан Севак Брамачари. И вот он подобно тени всегда следовал за Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Я не могу рассказать его славе,
Я могу говорить бесконечно Хари Катху о Его славе. Она бесконечна, я не могу закончить описывать Его славу. И в итоге в 1952 году Он принял саньясу по желанию Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Его имя стало Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. В 1952 году Он принял саньясу. И его жизнь, она была полностью посвящена Гурудеву. Его жизнь, она была полна идеализма. И такой идеализм я увидел в моем Гурудеве Шрила Бхактивиданте Вамана Госвами Махараджа. Сегодня столетие явления Его. И я молюсь Его лотосным стопам, чтобы Он благословил меня всем сердцем, чтобы я смог продолжать говорить Гаудия Ване, чтобы мог совершать служение Гуранге, как Он. И это моя единственная молитва Его лотосным стопам. И сейчас я вынужден остановиться. Kripa Sindhu, Shishampurnu, Sarva Shattopu Karkaha, Nispriho, Sarvataha Siddho, Sarva Vidya Visharadaha, Sarva Sansayo, Shanshetta, Analasa, Guru Rai. Someday I can explain this. Однажды я эту шлуку объясню более подробно и приведу связь. Сегодня я не успел. Хотел доказать эту шлуку. Эта шлока написана для Вамана Госвами Махараджа. И для Сиддхартха Госвами Махараджа, и для Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Но я не успел рассказать об этой шлоке более подробно. В какой-то день я покажу связь этой шлоки с Вамана Госвами Махараджа, его лилой. Excuse me.